Здравствуйте, это Москва. И сегодня на выставке БАД-Экспо в столице представлено рекордное количество участников. И это неудивительно, ведь выставка 10-я, юбилейная. И давайте вместе со мной пройдемся по этой уникальной выставке и посмотрим, какие инновации представляет сегодня российская промышленность. Организаторы акцентируют, что это единственное событие на российском рынке, посвященное исключительно индустрии БАД и здоровому питанию. Кроме того, в глаза бросается не только расширение ассортимента, но и качество упаковки. Как обычно, производители не только объясняют преимущества своей продукции, но и дают возможность всем желающим попробовать ее на вкус. Заметно больше публики собирается на лекции-презентации. Докладчики, в основном научные работники, объясняют суть своих разработок и инноваций, которые имеют натуральную основу. На некоторых стендах предлагают отведать уникальные сорта меда, грибов и ягод. Лозунг БАД-Экспо 2023 «Мы есть то, что мы едим». Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Но сегодня на этой выставке товарищами и друзьями стали все. Ведь всем нам, согласитесь, необходимо одно и самое главное – крепкое здоровье. До встречи в программе «Это Москва».